В этом году мы подготовили новую трассу для гонок автомобилей любителей любого класса. Ну, мы бы не смогли, мы это клуб «Скат-спорт», автомобильный, автоспортивный, мы бы не смогли сделать, конечно, трассу и без помощи. Я
Я там не попала, я, нет? Конечно, да. Да. Автогонок и третье место Богодский, город Севастополь. Третий круг автогонок начал собирать под знамена и спортсменов, автогонщиков, мастеров. Первое место Колпаков, город Ялта. Второе место Бельский, город Севастополь. И третье место Казаков, город Севастополь. 12 финалистов Смоленов и Земцов. Вне финального круга первого этапа соревнований на приз «Радио Континент» худшая десятка автогонщиков Крыма выглядит так. Первое. Мастер спорта Колпаков, город Ялта. На старте участник под номером 2, Прохоров, 2-21-01. Yeah.
Давай, перекор! Я не трогаю.